Доброго времени суток, Дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Так, что это было? Опять пью кефир. Так, сейчас я открою. Пискаревского молокозавода. Самый кефир с детства, говорит. Потому что такой кефир раньше был в этих в треугольных пакетиках. Если вот кто постарше, тот помнит. Очень удобно было открывать. Поставил этот треугольник. А, даже не треугольник, а пирамидка была. Пирамидка такая. Поставил, отрезал хвостик верхний и налил сколько тебе надо. Там кружку или чашку. А эти пакеты не очень удобные. Ты его поставил, а он может это, ну там что-нибудь это не на ровную поверхность поставил, и он завалится, и все, и считай, кефир твой пролился на пол. Вот так. Болтать, да. Можно пить, ладно. Да. Песочку положим. Нормалек. Ставь лайк, если любишь с утра пить кефир. Так, что я еще забыл? Да, у меня булочка. Так, 4 куска у меня булочки. Вот я себе отрезал булочки. С чем я ее буду есть, сейчас покажу. Так, а есть мы булочку будем. С арахисовой пастой. Ножик. Ножик, ножик, ножик. Где это ножик? Такая вот штука. Все как в этой в Нутелле, только там это как его. Только там эта фольгушка золотистая. Да. Так, а кто производитель? Я даже не прочитал. А-а-а. Страна-изготовитель. Шанхай.
Не понял. А, Китай. Китайская паста. Надо же. Раньше была, по-моему, финская. Ну, в таких баночках примерно. Так. Так, ну что ж, перекусим, как говорится. Перекус. Так, сейчас я песок помешаю, чтобы было хорошо. Опять у нас сегодня на улице луна, правда, над облаками. Она светит, луна, и свечение такое, знаете. Это, ну, облака там рассеивают свет. Так, кто бы знал, как я люблю арахисовую пасту. В Америке все ее едят там. Ну, судя по фильмам. Там. Ладно. Сейчас намажем. Правда, ее много. Вроде как. Не знаю я, сколько ее можно есть. Арахисовая паста с кусочками арахиса. Надо же так сделать. Это интересно. Между прочим, очень калорийная паста-то. Калорийная. Ну-ка, я не прочитал калорийность-то. То есть энергетическая ценность продукта. Шестьсот двадцать одна килокалория. Вкуснятина. Да, арахисовая паста из перетертых в муку бобов. Арахис, в который добавляется небольшое количество растительного масла и соли. Как я и говорю. Это традиционный продукт кухни США, где 24 января, недавно, кстати, было, 6 дней назад, провозглашено
национальным днем арахисовой пасты. Шоколадно-ореховая паста использовалась успехом в Европе еще в середине 19 века. Американский патент на бобовый арахисовый заменитель этого орехового продукта был выдан в 1884 году М.Г. Эдсону из Монреаля. В первой половине 20 века американское правительство приложило немало усилий для популяризации арахиса как источника дешевого растительного белка. В результате арахисовая паста стала атрибутом стола среднестатистической американской семьи. Большая часть арахиса в США идет на изготовление арахисовой пасты. Масло из арахиса популярно также в других англоязычных странах и бывших колониях Британской империи, Канаде, Австралии, Великобритании, Южной Африке, Новой Гвинеи, Новой Зеландии, на Багамах и Филиппинах, а также в Нидерландах. Различают два основных вида пасты в виде однотонной кремовидной массы с добавлением кусочков арахиса, вот так вот это с кусочками арахиса паста, и во время типичного американского завтрака арахисовую пасту употребляют в чистом виде, как бутербродную пасту на белый хлеб в виде или сэндвичем с джемом. Широко используют также полуфабрикат для производства крекеров, кондитерских продуктов со вкусом арахиса. Арахисовая паста – один из самых высококалорийных, богатым белком продуктов веганской кухни. Для тех, кто следит за своим весом, американские производители предлагают вместо арахисовой пасты менее калорийные, с пониженным содержанием насыщенных жирных кислот, как, например, миндальная паста.
Вкусно. Сейчас прочитаю факты про арахисовую пасту. Очень интересно. Арахис, оказывается, не орех, как считают многие покупатели. Вообще, это растение принадлежит семейству бобовых, как фасоль или горох. Название происходит от греческого слова, обозначающего паука. Появилось оно из-за сходства сетчатого рисунка плодов арахиса с паутиной. Впервые идея превратить арахис в пасту была воплощена в древними ацтеками. Именно оно имело Они мелко растирали обжаренный арахис, а затем ели полученную массу в качестве основного блюда. Современная арахисовая паста появилась благодаря четырем запатентованным изобретениям нового света в 1884 году в Канаде. М.Г. Эдсон предложил производить арахисовую пасту между двух нагретых поверхностей. В 1895 году в США известный диетолог Хеллок и создатель кукурузных хлопьев предложил нежную арахисовую пасту в качестве источника протеина для людей с проблемами с пережевыванием пищи. В 1903 году вновь в США запатентован специальный аппарат для приготовление арахисовой пасты. Там же уже в 1922 году химик Розенфельд добавляет в рецепт пасты гидрогенизированное масло и получает продукт очень близкий к современным рецептам. Под термином арахисовая паста скрываются две разновидности. Нежная кремообразная масса, которую называют крими или смуфи. Консистенция ее однородная и обволакивающая. А также пасту с кусочками орехов. Чаще всего для удобства покупателей крышка баночки с нежной пастой красная, а с добавлением кусочком арахиса синего цвета. Вот как раз. Крышечка синего цвета. Ой. Вот так. Во. Так. Так.
дневная доза взрослого человека 20 плодов арахиса или 4 ложки арахисовой пасты. Этот продукт содержит множество полезного для нашего организма. Антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-6, омега-9, омега-3, витамины В1, В2, А, Е, ПП, минеральные вещества, железо, цинк, магний, кальций, калий, фосфор, йод и селен. Арахисовая паста не содержит холестерин. Американцы ежегодно съедают более 300 миллионов килограмм арахисовой пасты. Причем 3/4 из всех семей едят ее на завтрак. Всемирно известный космонавт Алан Геппард, высадившийся на Луну во время своего знаменитого полета, употреблял кубики со специальным образом спрессованной арахисовой пасты. Среди различных фобий есть особая, связанная с этим продуктом. Арахибатирофобия, или в оригинале, а именно страх того, что арахисовая паста прилипнет к верхнему небу человека. Какой кошмар. А что придумал? Ладно, я еще вторую булочку намазать. Этой вкуснейшей арахисовой пастой. Нежный, да. С кусочками арахиса. Да. Вкуснятина. Все, кто не пробовал арахисовую пасту, попробуйте. Рекомендую. Вкуснятина.
вкуснятина. Ладно, все, хватит. А я сейчас его пасту. Вкусненько. Ну да. Кефирок допить. Да, такие неудобные пакетики. Плохо, что Пискаревский молокозавод отказался от этих пирамидок. Ну, упаковка, я имею в виду. Было удобно. Как я уже говорил, отрезал хвостик и налил, сколько тебе нужно. И все. Не, может быть, это... Почему отказались от такой упаковки? Может быть, потому что, как говорится, экономия, да. Для пирамидки вон сколько надо картона, например, да? А тут это самое. Картонный тоже пакетик. Ну. Там просто два листа. А, ну вот здесь вот в этом пакетике, да? Два листа сложили, закрепили там. Ну. Я не знаю, как процесс там называется. Ну, как-то. Склеили там. На, хотя нет. Не склеили, наверное. Другая немножко технология применяется. Вот, не клейка. Потому что клеить нельзя. Потому что это сюда добавляется пищевой продукт. Вот. Так. А там в советское время было три эти пирамидки. Там больше картона на каждую сторону, по одной стороне, по одному треугольнику, да? То есть раз треугольник, два треугольник, три треугольник и внизу треугольник. Вот и пирамидка получается. Так, ладно. Фантастика. Кефирок.
2,5% жирности. Да, лучше бы, конечно, 3,2. Пожирнее. Я люблю пожирнее. Не такое. Просто попью с булочкой кефирку. Да. Арахисовую пасту не буду больше есть. Как я уже читал, да? Высококалорийный продукт. Да. В Ленинграде плюс 3 градуса. Тепло. У нас ветер вчера был сильный, порывистый. Так забывало, что форточку открываешь, закрываешь, она опять открывается от ветра. Такая ветрюга. Фантастика.
наелся я уже. Ну вот, и позавтракали.
Ну вот. Благодарю, что вы меня посмотрели. Спасибо огромное. Также выражаю благодарность всем новым подписчикам. Желаю им здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего. А также старым моим подписчикам, которые смотрят меня с самого начала. Им тоже выражаю благодарность за то, что вы не отписывайтесь. Это хорошо. Вот вам лайк, тоже виртуальный, от меня. Также желаю вам здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего. Фантастика. Вкусно. Я покушал. Желаю вам прекрасного дня. Не болейте. Чтобы у вас было все хорошо. В семье, везде. И решение ваших задач. И что я хотел сказать еще. Решение ваших задач и воплощение ваших идей. Что вы там задумали, чтобы у вас все свершилось, как говорится. Да, все. Ну, ладненько. До встречи. Не болейте. Так, нажимаем на кнопочку.